Сегодня я посетил Энвера Мамутова, который находится в следственном изоляторе города Ростова-на-Дону и, ну, в принципе, ожидает назначения апелляционного рассмотрения в Верховном суде, это уже в Москве. Напомню, Энвер Мамутов, политзаключенный, который получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, и остальные по фигуранты по этому делу политзаключенные получили по 9 лет лишения свободы строгого колонии строгого режима. Он, я скажу, в отличном настроении. Вот, я скажу так, что он мне сказал, что ему абсолютно все равно, какие цифры рисуются в этих приговорах. Ему абсолютно все равно, что они, как они стряпают эти дела. Он глубоко верит, что тот срок, который определил ему Всевышний, он будет находиться вот в этом испытании. И, конечно же, он уверен в том, что по-любому все будут в конце концов освобождены, по-любому справедливость восторжествует. Мы с ним поговорили о перспективе дальнейшем, это подача в Европейский суд по правам человека этого уголовного дела, которое было вот рассмотрено в Ростове-на-Дону. Он всем передавал селям, благодарен всем за поддержку, которую оказывают. Ну и пожелал всем нам терпения, иншаллах, победа будет за нами. Аминь.